Всем привет! И сегодня у нас очередной просмотр вещей, которые дают бесплатно. Это было на выходных. Сегодня мы, я за день записываю, день показываю. Вот интересное объявление было. Телевизор написано, листаем. И вот, наконец-то, телевизор увидела. Так, смотрю, микроволновка вроде бы стоит, а написано Panasonic 42 инча телевизор. Ну вот, пролистала, посмотрела. Оказывается, точно телевизор отдают и еще микроволновку отдают. Много вещей было на этих выходных. Вот этот стол мы уже в разных ракурсах увидели. Никак его не заберут. Вот. Так что вот люди перефотографируют одни и те же вещи. И стараются на новую страничку выставить, что впереди было. Вот. Вот такие вот плафоны отдают. Вот люстра симпатичная, почтовый ящик, резина. Вот. Пока ничего интересного. Грильница, скорее всего, на металл пойдет. Вот такие вот вещички в этот раз выставили. Вот такой шкафчик, умывальник зеркальный, похоже. Опять отдает дрова на костер. Так, это походу забор дает. Детские игрушки. Так иногда сфотографируют, что вообще толком не поймешь, что они хотят отдать. Ну, там описано, в принципе, но заходить — очень длинное видео получится. Вот так хоть приблизительно. Мне, в принципе, ничего не нужно, но просто интересно, что дают люди. Ну, так вот посмотреть, пробежаться можно. А вдруг что-нибудь и попадется, что надо. Ну, хотя это маловероятно. Вот сколько детских вещичек отдают. Памперсы. Мои дети все уже повырастали с памперсов. Уже не сильно-то и надо. Вот камни отдают. Такой на улицу столик. Может, гараж кому-то подойдет. Вот какой смешной маленький телевизор с видеокассетами еще. Старыми такими кассетами. И интересный. Коробки, как всегда, на переезд, сарайчик опять дает, это кулеры, рыбу хранить на рыбалке, вот. Так, вот это вот качели. С правой стороны, но их плохо видно, сливаются с ярдом
детские. Вот шприцы. Кому-то, если понадобится. Это полочки. Это свет, реагирующий на движение. Новые две коробочки. Что тут еще есть интересного? Это коробка гитару, если кто-то продает, что можно отправлять по почте в этой коробке. Коробка пустая, но для гитары подойдет. Вот это все в огород, это дрова, книжки. Тумбочка со столешницей. Такая. Тоже гараж подойдет. Вот. Опять столько дров, много. Диванчики, очки смешные. Опять дрова. Это вот рамка для стола, написано вверх, можно самим сделать. Вот опять дрова были. Вот. Стол похож на вчерашний, но более хуже состояние. Но, хотя так под стариночку сделан. Перешли на вторую страницу. Тоже очень древний шкафчик под старинку. Я более темное дерево люблю. Дерево даже, орех отдают. Карета для Золушки есть. Вот такая вот шкафчики вдоль стенки. Хорошую стенку надо иметь под такие шкафчики. Столов очень много отдают. Ковровое покрытие. Вот сколько много вещей тут выложено. Можно полистать, что поближе может получится посмотреть. Сейчас посмотрим. Чемоданы. Лампочка неплохая на тумбочку. Под цветы горшки. Опять на дрова. Ну, это бачки такие. А здесь тоже какие-то коробки. Телевизор. В общем, кресла. Какие-то стульчики. Скамеечки. В общем, ничего хорошего. Идем дальше, смотрим. Опять коробки для переезда. Вот корсет, детское сиденье в машину. Это для более меньше. Это вот побольше для ребенка. Опять коробки. Вот такие вот вещички выставили на этот раз. Диван с секциями. Можно по-разному составлять его. Лампочки новые. Вот орган. Угу. Так красиво играет. В церквях бывает, играет на органе. Очень люблю. Это такой вот столик со скамейкой на улицу ставить. Вот стол такой тоже старинный, с крышкой закрывается. Вот такие вот вещички, друзья. Кому интересно посмотреть, что дают в Америке бесплатно, заходите к нам, подписывайтесь на канал. Мы показываем не только это, мы показываем еще, как в Америке жить. Есть плейлисты, где очень много видео уже есть записанных. Кому интересно, задавайте вопросы, будем отвечать. В
комментариях. Пишите, какая вам вещь понравилась сегодня. А я буду с вами прощаться на сегодня. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Приятных просмотров.